Давай, Шэдоу, погнали. Всем здорово, с вами Найт. Так, где тут улучшение еще? Раз, два, три. Все, улучшение собрали. Всем здорово, с вами Найт. И мы продолжаем играть в Sonic Omens. Правда, играем мы сейчас не за Соника, а за Шэдоу. И, насколько я помню, это вроде как пошел сейчас эпизод. Насколько я помню, он назывался «Тень воды». Так, то, так, тут нам объясняют, что да как за Шэдоу. Я покажу лучший результат. Опять я из-за микрофона половину текста не вижу, что там пишут. Так, а что мне надо сделать-то? А, может быть мне... Хаос-контроль, блядь! Ну, скорее всего, я не контролирую этот хаос. Так. Ага. Роботы тут. Вот сюда, поближе подъезжайте. Затем вот сюда. Мне кажется, что где-то тут должна быть эта кнопка, куда мне надо. Блять. Не, я, конечно, понимаю то, что на геймпаде местами неудобнее, но местами тут вообще ни хера не понятнее, что да как. Я еще помню, у меня был видеоролик по вот этому вот эпизоду под названием «Шэдоу не скач...» А, нет, кто не скачет, тот не Шэдоу. Или наоборот... А, кто не скачет, тот Шэдоу. Так, а что мне надо бы сделать? Мне надо бы где-то найти, я так понимаю, переключатель, да? Так, не то. Да, блядь! О, господи, а на какую кнопку мне, блин, приземляться, а? Или это... Так, подожди. Во. Все, понял. Казалось бы, только... Только сегодня записывал... Видос по СО! Так, я что-то не понял. Уже только-только попали на локацию, уже какие-то проблемы. Уже какие-то непонятные проблемы. Так, тут смехуёчки от Эггмана. Так, а где кнопка, по-моему, должна быть какая-то, чтобы открыть проход? Чтобы вот этот вот барьер разблокировать, либо мне надо всех их перебить. Если это так, то... Если это так, то окей, допустим. Я их сейчас всех перебью и... А, ну да, всех надо было перебить, а я какую-то кнопку тут ищу. Так, ай, блядь. Все, я вспомнил то, что тут лифт, по которому надо прыгать. Так, давай. Вот сюда. Затем тут еще вроде как одна платформа будет. И надо делать все побыстрее. Способность может быть направлена на определенную цель. Удержите первую кнопку, чтобы прицелиться. И нажмите вторую, чтобы использовать способность. Ага. Все, я понял. А, то есть мы теперь вот этой вот херней можем кидаться. Хорошо. Chaos Control! Chaos Control! А, я понял, сейчас этот хаос-контроль пройдет. Мне кажется, ли количество отражений, количество вот таких вот блестящих элементов, оно увеличилось. Ну, по сравнению с тем, что было раньше. Так, давайте, оп. Вот сюда. Я что-то не совсем понял. Мне же объясняли, вот так. Затем, блядь. Эх, надо уже мне запомнить то. Ты, блядь, издеваешься? Надо мне уже запомнить, что R2 у меня отвечает за ускорение. Давай. Хуясь сюда. Сейчас мы сюда запрыгнем. А не понял, а тут никакого этого чекпоинта не было? Ладно.
Так, может мне надо поближе чутка подойти, или что, или как? Я что-то не понял, а почему у меня... А, все. Все, я, скорее всего, не то. Я нажимаю на L2, ни хера не происходит. Так, ну Shadow может так. А как, что? Какого хрена? Я что-то не могу понять. Либо я что-то не понимаю, либо я что-то сломал. Так, а что если попробовать... Так, не то. Блять, я сейчас просто пробую с клавиатуры. Что-то какая-то херня, я не понимаю смысла. Окей, где тут это управление? Так, ну, как показано, тут геймпад для бокса. Так что прицелиться. И где там это? Так, наводящаяся атака. Подожди. А... Окей, попробую с этого, с геймпада. Хаос контроль. Не, это прыжок. Это не то. А в смысле? А, то есть вот, блядь. Вот я... Самый умный человек. Я на геймпаде, короче, нажал сейчас квадратик. И стрелочка вверх. То есть тут хаос дэш, хаос спир. И вот как раз-таки этим хаос спиром надо было и... О, господи, а. Ну, как говорится, с годами все остается то же самое. Что и тогда я тупил, что и сейчас я туплю. Так, идем сюда. Бля, а где этот чекпоинт? Почему я чекпоинт-то не вижу? Мне... А, это звуки от вот этой вот херни. Я вас понял. Ну, я думаю, то, что это будет тысячно. Я тут ни разу не упаду. Так, где? Вот роботы. Так, где? Нахер! Если я не знаю, то ли какая-то лаборатория этих ганов. То ли хрен пойми, где мы вообще находимся. Так, сейчас надо сделать красиво. Да ёбана, не то! Не то. Берем, делаем красиво. Вот теперь гонщик нелегально у нас Shadow. Так, давай. Гонщик нелегальный, Shadow профессиональный. Мчится на всей скорости. А что там за херня летает? А что там за херня-то летает? А, это роботов на конвейер какой-то поставляют, да? Ясно. Понятно. Так, Shadow может использовать хаос-контроль, способность замедлять само время. Чтобы выбрать эту способность, воспользуйтесь кнопкой на картинке. Ага, все, я понял. Так, при активации этой способности время замедляется. Ясно. Хаус-дэш. Давай хаус-дэш. Возможно, это оно. Или не оно. А, все, я понял. То есть вот эта вот крестовина отвечает за выбор. Ясно. Я думал то, что только вверх и вниз, а тут вообще вся крестовина. Да, хаос блаз, хаос контроль. Chaos control. Так, а хаос контроль сейчас он восстановится или что?
Блять, а почему ты второй раз не прыгнул-то, а? Ясно. Понятно. Так, а... Я что-то немного не понял. А в смысле? А в смысле вот этот вот хаос, он не восстанавливается? У меня некоторые вопросы. А почему он не восстанавливается, этот хаос? Почему ты, блядь, второй раз не прыгнул? Вот первый раз вот так, да, и второй надо было. Что-то какая-то странная херня. Шэдоу опять не скачет. Какого фига? Шэдоу, почему ты отказываешься скакать? Вот ты первый раз, второй раз прыгнул. А то что это за херня-то такая? Вот. Слышь, ты не быкуй на меня. А то я сейчас подойду, как тебе, как быкану. Блять, 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 блять. Понятно. Не, все-таки с геймпадом. Хоть мне и привычен то, что в руке как лежит, да, но... Но немножечко, немножечко тут неудобнее, потому что вот, ну... Ну, как-то слишком слабо вращается камера. Тихо. Не быкуй на меня, я сказал тебе. Шел нахер. А, агент, продвигайтесь дальше по комнате. Эта машина действительно объясняет мне, куда идти? Она не тебе объясняет, Шэдоу. Она мне объясняет, куда идти. Потому что я такой молодец, что могу заблудиться в четырех стенах. На этом уровне. Нахуй идите. Так, а где, куда идти? Тихо, 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 блядь. Куда? Блядь. Ну, единственное, что я услышал, это найс. О, опять лифты. Одобряю. Мне кажется, то, что лифты, это единственные... Блядь! Ладно, я молчу. Я просто молчу. Так, да, блядь. Ясно. Да, единственный элемент лифты, где можно подрасслабиться чуть-чуть. Где все как на мази будет. Сука! О, чекпоинт. Фух. Ух, хотя бы чекпоинт тут есть, и это самое важное. Так. Нахер идите, роботы. Ну, в принципе, я вижу, куда мне надо. И туда можно без проблем добраться. Ух, блять, мне показалось то, что... Не-не-не-не-не, хотя бы пару колец собери. Да, блядь! Я все время... Я думал то, что я помер. Я все время, блядь, путаю то, что L2 и R2 это кнопки, которые не надо нажимать рядом с вот этой вот херней, а... Я забываю то, что надо вот на кружок нажал, и ты катишься. И ты на жопе просто слайдишь. И все. И все, и никаких про... Ёбана в рот, блядь. Мне показалось то, что сейчас Шэдоу помрет. Куда-то вниз он упадет, да и помрет. Да. Хаусбласт, иди на... Это оно вот так. А чё за нахер? А почему меня сюда откинуло? Ладно. Так, спир... О, во. Хаус Бласт. Я чё-то не понял. А почему Хаус Бласт не работает?
Возможно, у меня тут все разряжено у Shadow. Я что-то не понял, что сейчас было? Какого хрена сейчас было? Ладно. Благо, это хер. Что тут, ну что это такое-то, а? Там же наводилось на этих роботов, почему ты не прыгнул? Вот. Наводится, наводится. Молодец, Шэдоу. Молодец. Все-таки. Где-то тут есть эти кольца, чтобы взять. Просто немного без колец. Хотя без одного колечка некомфортно. Мало ли. Может Шэдоу куда-то. Ну, упасть куда не очень надо. Все. Так, блять, самое главное R2 не нажать. Я хотел еще на R2 нажать. Это была бы фатальная ошибка. Бласт! Да, и как раз-таки всех... Да, как раз-таки почти всех уродов перемочили. Так, а куда мне теперь идти? Я так понимаю, то, что мне идти надо куда-то... Да, вот сюда. Херась. А, я думал то, что тут... Блять. Я думал то, что там опять тот прыгучий элемент с лифтом. Что-то мне кажется не очень хорошая вот эта вот херня. В смысле? Какого хрена сейчас было? Вот. Все. Не понял. Шэдоу крушить, Шэдоу разрушать этих роботов. Какого фига? Да... Давай, Шэдоу, сюда. Перемещаемся поскорее. Вроде как, либо мне куда-то в ту сторону надо. Либо. А, не, в той стороне там дополнительно вот эта вот херня красная, которую надо бы собрать. Так. А в этой стороне-то что-то есть или нету? А, ну, скорее всего, да, мне куда-то в ту сторону. Просто у меня сейчас успело на Шэдоу сгореть, то, что он... Ух, блядь. То, что Шэдоу не скачет. Блять. Я хочу верить Шэдоу, то, что все будет нормально. То, что ты... Так, с чего? Способность будет расходовать 30% энергии хаоса. И Шэдоу быстро промчится в указанном направлении. Ага. Ясно. Вы также можете использовать прицельный... А, все, я понял. Так, хаос контроль, спир, дэш. Так. Прицелиться и... И давай... Блядь, Шэдоу! Ух, блядь, твою налево, а! Что это сейчас было? Ясно. Я понял. Я все понял. Ты хочешь меня довести, да, Шэдоу, да? Вот так-то и сразу. Ладно. Я не вижу там путей, чтобы забраться наверх. Придется опять. Херась. Затем херась. Херась. Затем вот сюда. Тихо, блядь, ну Шэдоу! Не, ну сейчас была полностью моя вина, потому что Шэдоу первый раз прыгнул, второй раз, а сейчас он, блядь, не прыгнул. Сейчас самое главное, чтобы полежать.
пидора. Я не знаю, как это объяснить, но у меня сейчас просто зацикление на одном месте. Просто пошло какое-то гребаное зацикление. Вот Shadow сейчас должен был второй прыжок совершить, да? Типа вот так и вот так. А он нихуя этого не сделал, а? Молодец, Shadow, молодец. И опять же, я должен был эту херню сейчас прибить. Shadow сказал нет. Ну его нахер, опять Shadow, молодец. Я просто уже не знаю, что делать с этим Shadow. Молодец. Поплавай в водичке, умница. Вот, вот, вот. Хоть какой-то прогресс. Хоть что-то. Хоть какой-то прогресс. Это мне уже нравится. Только похвалил и опять в воду. Shadow, давай. По-нормальному. Вот так, вот так. Затем можно, блядь, сделать немного, ну, не то чтобы по-честному, но... Так, сейчас хаос-контроль закончится и будет жопа. Фух. Самое главное, вот эти вот элементы пройти, да и все. А тут я надеюсь, то, что все будет нормально. То есть Shadow у меня никуда, ни в какую жопу он у меня не улетит. Так, самое главное, не нажать L2. Потому что тут есть кое-какая одна предательская херь. То, что управление. Прицелиться на ЛБ. На Xbox вроде бы, да? Я такой думаю, ага, на L2. Нажимаю L2, и у меня Shadow улетает херам отсюда. Так что надо бы уже запомнить, что прицеливание на этот квадратик. Так, ну что, встаем тут. И момент истины. Ух ты ж, блядь. Фух. Окей. Окей. Уже прогресс, уже хорошо. А, то есть тут нам надо было всего лишь платформы вниз. Ладно. Блядь, для меня сейчас самый страх, если бы Shadow опять не прыгнул, я такой, да ёбана. Ну, Shadow, ты, блядь, издеваешься. А хотя, стоп, подожди. А лучше сейчас сделать следующим образом. Я вижу то, что мне куда-то в ту сторону. Там херня вращается. И я лучше пройду тем способом, который мне помог уже сюда пройти. А именно, хаос, мать его, контроль. Но мне что-то кажется, что мне понадобится вот этот вот хаус дэш, да? Хаус контрол! Хаус контрол! Ух, твою там, блядь! Я чуть опять на R2 не нажал. Давай, 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 побежали, побежали. Ух, твою мать, а! Наконец-то завершай, Юры! Это еще даже не завершение эпизода, это всего лишь завершение малюсенького уровня. Временный бонус минус 232 тысячи, ни хера себе. Не, ну что сказать, иду на рекорды. Баланс хаоса нарушен. Соник не справляется с охраной изумрудов, хотя усмел утверждать обратное. А, профессор Эггман считает, что он может испытывать наше терпение. По данным разведки, наших солдат Эггман напал на сектор В. Останови его в любом случае. Мы позаботимся обо всем. Не подведи меня, Shadow. Ебать, это что за циклоп? Один глаз есть, а второй на жопу, что ли, натянули, или что?
Так, еще один кадр на превьюшку. Руш, ты здесь? Эй, Шэдоу, почему ты не зашел ко мне? Мог бы прийти ко мне в офис, хотя бы поздороваться. Не было времени. Где находится объект? О, ты на верном пути. Есть информация по инциденту. Что здесь произошло? Я узнал, что вспышка была вызвана двумя изумрудами хаоса. Видимо, камни долго не контактировали, им нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Шэдоу, ты меня слушаешь? Да, Руш, отслеживай мой сигнал, я в пути. Так, а сейчас, скорее всего, мы будем по вот этим вот белым джунглям бегать, да, по вот этой вот локации. Блин, нос чешется, капец. А, не, немного по-другому. А, да, я тоже помню эту локацию, все. Я вижу остатки роботов. Побежали. А, блядь. Прицелиться он меня вздумал, а? Кусок металлолома. Откуда это чертов туман? Я не знаю, но лучше отсюда как можно быстрее съебаться. Так. Лучше как можно быстрее отсюда съебаться. Потому что этот туман мне совершенно не нравится. Стоп, эти роботы за кем-то летят? Блин, если бы сейчас там Тейлз прилетел на своем хвостолете, и за ним роботы бы летели, это было бы, ну, как бы, прикольно, то, что и Шэдоу, и Тейлз тут. Хотя Тейлзу было бы, мне кажется, не особо прикольно, что за ним летят какие-то чертовы роботы. Фух, чекпоинт взят. Джунгли не те, что раньше. Блять. У меня сейчас просто целая дилемма. Или нос почесать, либо в воду не упасть. Ну хотя бы Шэдоу сейчас скачет. Я тут уже Сука! Стоп, я же забыл то, что у Шэдоу есть кое-какая херня под названием могу метнуть что-то на большое расстояние. Совершенно не идя к этому объекту. Так. Оба. Все. Так, больше тут ничего не надо. Блин, робот там один дурачок с копьем скачет. Так, давай, сюда. Затем сюда. 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 По-моему, в конце этого уровня может быть либо босс, либо хрен его знает. Но мне что-то так подсказывает то, что сейчас мы просто добежим из точки А в точку Б, а уже потом оттуда будет нас босс прессовать. Я помню то, что тут был какой-то такой вот босс противный, что мне... Ну и Шэдоу тоже немного противный, что мне как-то... перехотелось допроходить вот этот вот эпизод. А потом я слышал то, что выходили эпизоды новые, но... Так. Но после вот этого вот босса у Шэдоу мне что-то перехотелось его проходить. Я надеюсь то, что с
боссом в этой серии не возникнет никакой проблемы. Блять, мне показалось, что сейчас я упаду уже. Так. Ага, вот сюда. Вот сюда. Так. Хауспи. А что там такое? Белка, что ли, сидит? Ладно. Лучше уж погнали наверх. Потому что мне что-то кажется, то, что эта конструкция какая-то, ну, не совсем безопасная. Так, а в ту сторону надо что-то выстрелить? Или нет? Сейчас я, конечно, туда прицелюсь. Да мне кажется, вот это вот... Да, но эта херня даже не достает туда. Ладно, погнали. Ну, роботы Эггмана, они максимально безобидные, они максимально безопасные. Вот просто как маленький котенок какой-то робот у Эггмана. Ага, я понял. То есть мне надо... Угу. Выглядит как загадка. Как мне ее решить? Так, а у меня вопрос. А в какую сторону мне идти? Не, я, конечно, понимаю то, что мне надо куда-то вон туда. А, да, мне как раз туда и надо. У меня тут и чекпоинт. А роботы эти что, умеют и стрелять еще? Я думал, то, что они просто танцульки делают и все, вот. Руками машут и все. А они хотя бы хоть на что-то способны. Как оказывается. Так, а где... Ага, все, я понял. Так, блядь. Почему ты, Шэдоу, блядь, не наводился, а? Ну что это такое? Он же там навелся, какого фига? А нормально то, что я его не видел, а он меня видел. Ладно. Ладно, допустим. Допустим. Ну ты, ёб твою... Ну, ладно, понятно. Я, видимо, очень зря похвалил Шэдоу, точнее, слишком рано я это сделал. А, так, с той стороны что? Так, там дополнительная херня. Так, а вот туда-то мне как раз и надо было. Так, затем... А затем мне куда надо? А, ну, скорее всего, вот сюда. О, кольца. А я что-то не помню, чтобы скалы... Чтобы скалы тогда съезжали. Шэдоу, а можно такой вопрос нескромно? А почему ты не прицепил свою жопу к вот этим вот рельсам? Вот, к примеру, как сейчас. У меня просто иногда нету никаких комментариев, чтобы... Чтобы... Шэдоу как-то... Я не знаю. Что-то про него сказать. Просто я смотрю на этого ежа и удивляюсь. Как... Такое возможно. Нахер, все, я понял то, что там скала съезжает вниз.
Так, тут никакой херни нету, которую надо... А, вон она, эта херня, которую надо активировать. Блять, ну Шэдоу! Грёбаный ты Йоша, сука, как я тебя ненавижу. Ладно. Возможно, можно как-то вот забраться тут. Попробую-ка сейчас вот сюда. Так, бласт, не то, дэш. Может быть, с помощью хаус-дэша? Тихо. Тихо, блядь, да не падай! Какая хорошая тут трава. Какие хорошие кусты, ничего за ними не видно. Блядь, я опять забыл то, что L2 это не прицелиться, а сразу дэшнуть. Так, затем. Мне что-то подска... А, я даже дэшнуть не могу. Хорошо, спасибо. Так, блядь, Шэдоу. Ну, чекпоинт, хотя бы ты снизу подберись. Давай. Давай, Шэдоу. Вот у меня чисто уважуха повысилась после того, как ты сюда запрыгнул. Так, сюда. Все поднимается. Это хоро... Нифига себе, как... Какой сейчас кадр был. Так, а сейчас мне нужно куда-то вот сюда, да? Окей, я понял. Так, и теперь... Да, и теперь мне надо вот сюда. Максимально, я сейчас просто... Блять, только я сказал то, что я максимально сосредоточен, чтобы не упасть. Шэдоу, ну что, бомбочкой, да? Молодец, Шэдоу, красава. Вот просто красава. По-другому я и не могу сказать. Не, ну это определенно красава. Шэдоу, если бы ты упал... то ты бы упал. И все. Шэдоу, сука ты такая, а ну прыгай ты, блядь, второй раз. Давай поскакали. Вот так. Затем вот сюда. Затем вот сюда. И все, и ничего сложного, а? Чё ты никак поскакать-то не можешь? Так, а тут чё? Нифига себе, дофига этих роботов. Да, блядь. Я понял. Надо бы, кстати, сейчас этот использовать. Ебать, как их тут много! Не, у хаус-бласт это вещь, конечно. Так, где? Кислород, кислород, кислород! Ух, и чекпоинт заодно. Так, скачем. Скачем. Вот, молодец, Шэдоу. Поскакали и хорошо. Ну, мне кажется, что это уже финишная прямая к... Фини... Как ты помер-то, а? Этот куст, что ли, в тебя пухнул? Я просто не могу понять, как. Я понял. Проще на рельсах.
выхватим. Раз, два, три. Затем сюда. Давай, давай, Shadow, еще чуть-чуть. Ну это уже точно финишная прямая, да? И херась. Ух твою мать, за 14 минут. За 14 минут. Временный бонус минус 37 тысяч. Да иди ты нафиг, а. Просто Shadow, я не знаю, у Сонька, возможно, этого не замечал, но у Shadow просто какая-то дикая непрыгабельность. Снова это видение. Руш, я не чувствую присутствия изумруда в храме. Доктор опередил нас. Блять. Мне кажется, я знаю, что это. Ой, ебаный ты. Этот, блять, как там его, Ктулху или как? Монстр жаждущий. Ты я хер пойми. А, тут еще и за кислородом мне следить надо. Так, я что-то не понял. Блять! Тихо. Тихо, 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 тихо. Так, а когда все-таки на него надо нападать? Ясно. Я понял то, что не сейчас. Он рыгнул на меня. Тихо, 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 тихо. Возможно, когда он ничего не делает, надо именно в этот момент нападать. О, чуть-чуть хпшки снял ему. Так, ну мне почему-то кажется, что этот... босс, он точно такой же, как и... Так, блядь, кислород, 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 кислород. Да... Хаос, контроль. Окей, я понял. Так. А, почему у меня этих-то ноль колец? Так, надо момент подобрать. Подбираем сейчас момент. И оба по нему ударили. Пусть совсем немного хп снимаем, но зато... Но зато хп мы снимаем. Да ты кислород-то подбери, мразь такая. То ты не прыгаешь, то не скачешь, то кислород не подбираешь, а? Давай, давай. Побежать. Оп-оп. Так, мне это не нравится. Его настрой. Так, я сейчас просто пытаюсь понять, а как его мочить побыстрее? Блять, блять, блять! Где кольца? Херась!
Так, затем вот сюда, вот сюда. Мне кажется, ему это не очень нравится. Ну, за атаки пока однообразны. Херась. Хера... Блядь! Где? Где кольца? Кольца, сука! Сука, кольца! Так, ну, в принципе, либо одну пятую, либо, хрен пойми, одну какую, мы уже ему сняли. Так, тихо. Тихо. Так. Нет, еще один круг почета. Так, вот сейчас. Так. Вот сейчас тот самый момент, который, блядь. Так, сейчас он этим плюется. Затем херась ему вдарить надо. Ну то, что он на одном месте стоит, это уже хорошо. В отличие от первого босса, который мог просто перепрыгнуть куда-то в сторону. И тебе была бы жопа. Шэдоу, блять. Мне вот сейчас именно пофигу, сколько по времени это займет, но... Если вот с первого раза его одолеть, это будет очень даже круто. Очень даже хорошо. Так. Херась. Все, погнали отсюда. Так. Не, еще один кружок. Вот что он еще один раз это сделает. Надо будет по нему хуяк вдарить. Что он будет вращаться, да? Так, а где? Вот это оно. Так, затем вот туда. Мне не очень нравится то, что сверху там тоже вот эти вот грибы есть. Такое ощущение, как будто надо будет еще потом наверх пытаться запрыгнуть. Так, блядь. Ну, в принципе, половина ХП уже готова. Надо бы, по идее, использовать хаос-контрол. Но... Блять, я думал, то, что он сейчас в меня попадет. Но, в принципе... Босса можно проходить, так я погляжу, на чили, на расслабоне. Сейчас мне будет жопа. А, вода поднимается. Нужно убираться отсюда быстрее. Ну, блядь, а как мне убраться как можно быстрее, а? Ясно. Куда, блядь? Вот я наверх пытаюсь запрыгнуть, он не прыгает. Так, хаус пир, хаус блэст, блядь. Хаус контроль. А, вот так вот. Ну так бы сразу и сказали. А то что я там как дурак? Блядь. Только не это. Только не... Фух, чекпоинт. Чекпоинт. Фух, хорошо, что хотя бы... Так, теперь вот сюда. Оп, сюда. Ах ты, сука!
Ясно. Ну, Шэдоу, ну что ты тут подлагал-то, а? Вот, сюда. Затем, не-не-не-не-не, хера. Вот, сюда. И побежали. О, блядь, Шэдоу, только не надо, пожалуйста, падать. Договорились? Вот, давай, я спокойно бегу, ты не падаешь. Оба. А, бой затянулся, пора положить этому конец. А где он? А чё ты не пал, а в смысле? А в смысле сейчас было? Вот опять я нажал прыгнуть, Шэдоу не прыгнул, какого хрена? Блять, ну Шэдоу! Хотя бы одно колечко возьми! Так, я понял. Так, давай, давай. Ага, он рыгнул. Да блин, сука! Я весь сейчас хаос-контроль потрачу, а! Заебись. Именно в этот хаос-контроль он решил рыгнуть. Блять, ну ты! Мудила, а! Гороховая, блять! Тихо, тихо. Аккуратно. Так, осторожно. У него половина хп. Так, херась. Затем вниз. Ну и сейчас по новой. Так. Тихо, тихо, блядь. Кольца сейчас все порастрачу, а. А в смысле, блядь? Шэдоу, мать твою, а! Взял, блядь, застрял в текстурах, а? Ну это что такое? Нормально вообще, ёж? Блядь, если по-хорошему этот хаос-контроль использовать, то можно где-то раза три ударить, если не больше. Так, давай, оба. Все, отхожу. Отхожу. Нафиг. Я лучше отойду. Так, затем лучше где-то одно-два колечка подобрать и... Берем, блядь! Сука! Глаз! Шэдоу, ну я не знаю, у тебя, блядь, что, болезнь от воды, а ты воды только касаешься, ты помираешь, а? Что это такое? Но повезло то, что хаос-контроль полный хотя бы. Так, сейчас он второй раз запульнет эту херню. Все. Можно жить дальше. Тихо. Тихо. Херась раз. Ну, Шэдоу, сейчас, блядь, все время пройдет. Эту мать твою! Тихо. 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 Блять, не туда. Давай, пуляй, 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 пуляй. Херась. Затем... Блять! Он рыгнул. Я понял, он рыгнул. Так, и получай, а раз. Затем получай... Где, где, где? Два. И затем получай... Три. Все, отходим. Отходим.
По идее, я не знаю, сколько вот так мочить надо. Тихо, 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 тихо. Блять. Я чуть не приземлился туда, куда не надо. Так, раз. Затем два. Затем три. Затем четыре. Затем... Хуять. Блять! Так, где? Кольца, 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 кольца. Одно, два кольца. Все, блять! Не рыгай! Не рыгай! Рыгание вредно для меня! Тихо, 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 тихо. Так, а ну получи. Фух, этот босс был чуточку напряженным. Минус 173 тысячи за время. Временный бонус, спасибо. Очень хороший бонус. Блядь, скажите то, что с этим боссом все. Руж, ты это видела? Понятия не имею, что это за тварь. Странные вещи здесь происходят. Ух, твою мать. Доктор. Нужно последовать за ним. Только не говорите, что это пидорило восстановится. Эпизод 5. The Exiled. Ну, крыса ты грёбаная, а? Егман, своим жирным задом не смог пролезть, где этот изумруд лежит? О, дружище, что это было? Реакцию изумруда на что-то от... Тейлз! Давай, очнись, дружище! Некогда спать! Придерживаешь опасность своих друзей, потому что ты не можешь здесь в одиночку. Что ты здесь делаешь? Работаю. На этот раз доктор откусил больше, чем может проживать. Ему даже удалось обойти дорогу Ган. А, так вот что тут происходит. Но бот и Ган слишком заржавели, чтобы отличить нас от Эггмана. Они даже думают, что ты просто вредитель. Однако ситуация изменилась, Соник. Исчезновение изумрудов, хаоса что-то пробудило. И оно жаждет разрушения. Я не могу отвлекаться от своей работы. Не так быстро, оставьте Эггмана мне. У него предо мной должок за то, что произошло. Напомни, разве это не Ган твой друг остановили Эггмана, когда ты не смог... Только не говорите, что пизделка с Ше. Это потому, что ты не пропустил меня на остров. Может, тебе стоит перестать мешать мне? Сейчас я вижу тебя на моем пути. Твоя беспечность позволяет Эггману уйти. Это был предупредительный выстрел. Это твой шанс, Соник. Какая глупость. Я должен догнать их. А, он его только грязью привалил. Я думал, то, что Шэдоу такую мудило, то, что Тейлза прибил, я такой, а... В смысле? А, Руж, доложи обстановку. Ладно, я думал, то, что этот эпизод будем проходить уже в следующей серии. Просто мне надо немного передохнуть от этого босса.
Сколько всего вырезать придется. Хотя, мне кажется, даже если и вырежу, то все равно останутся очень хорошие слова, которые были адресованы этому боссу. Да и Шэдоу тем более. Так что на этом все. С вами был Настя. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь эти видео с друзьями. И всем до скорой встречи. Всем удачи, всем пока.